Дорогие друзья, всем привет! Мы рады вас приветствовать на своем YouTube-канале. Буквально час назад один из российских сайтов сообщил нам, что буквально утром в одной из больниц города в тяжелом состоянии был доставлен российский певец Влад Сташевский. Мы были шокированы этим известием, ведь только недавно мы разговаривали с Владом, и все было хорошо. И тут такая трагическая новость. Информации было очень мало, друзья. Мы созвонились с друзьями и с родственниками, но никто ничего не мог нам подтвердить. Все ссылались на то, что якобы ничего не знает. Только спустя некоторое время один из близких друзей Влада Сташевского решился рассказать нам всю правду. Оказывается, Влад Сташевский находился дома уже несколько дней в плохом состоянии. Когда родственники пришли к нему в гости, они были шокированы. Шокированы тем, что Влад Сташевский уже несколько дней не ест и не встает с дивана. Они сразу же вызвали скорую помощь, которая приняла решение о его срочной госпитализации. Что случилось с нашим любимым певцом, пока неизвестно, друзья. Мы следим за развитием событий. Как только мы что-то узнаем, мы сразу же об этом расскажем вам. Рекомендую вам подписаться, дорогие наши друзья, на наш YouTube-канал, чтобы завтра утром не пропустить свежие выпуски, которые мы приготовили для вас. Мы с вами не прощаемся, а лишь говорим вам до скорых встреч.